Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про останні події на міжнародній політичній арені. З нами політичний оглядач Юрій Райхель. Юрій Райхель – політичний оглядач. Освіта – Національний технічний університет, Дніпровська політехніка, інженер-електрик. Протягом багатьох років співпрацює з загальноукраїнськими ЗМІ як експерт з політичних та економічних питань. Одружений, має онуків. Хобі – література. Юрій Борисович, я вас вітаю в нашій студії. Власне, перше питання. 21-24 січня в Давосі проходить Міжнародний економічний форум. Він ювілейний. У чому цінність цього міжнародного майданчику? Перша цінність в тому, що на ньому присутствують ведучі політичні діячі, учені-економісти, фінансисти. И люди, которые управляют огромными потоками денег. И на этом форуме обсуждаются в том числе и вопросы технологического будущего, самого ближайшего и более отдаленного. При этом это обстоятельство придает еще большую весомость вот этому форуму. Он называется экономический, но на самом деле он многокомпонентный. Второе обстоятельство связано с тем, что на нем обсуждаются вопросы развития экономики, и не только экономики, а и политики, геополитики, и всего того, что определит наше настоящее будущее, ближайшее и тоже отдаленное. И там же определяются те угрозы, перед которыми стоит человечество. Часто это не всегда прогнозы осуществляются, но чаще всего они действительно таковыми являются. И участие в этом форуме является достаточно важным, в том числе и с символической и престижной точки зрения. И для нашего государства это тоже достаточно важный аспект, и то, что ему уделяется большое значение наших властных структур и наших политиков, я думаю, что это обосновано. А чем запоминается самый цей форум, 50-й? Здесь, конечно, первый вопрос – это то, о чем говорят экономисты и финансисты, это возможный экономический кризис. О нем уже достаточно много говорилось. И особенность Давосского форума наряду с другими – это поиск путей, но если не того, чтобы не состоялся этот кризис, к сожалению, в силу особенностей экономики, его невозможно от него предостеречься, избавиться, вернее. Кризисы носят циклический характер. Это было выяснено уже давно после Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Но вопрос в том, чтобы разработать целый ряд механизмов, по крайней мере, смягчения этого кризиса. И вот в том числе и в Давосе. В отношении кризиса 2008 года были выработаны целый ряд рецептов, которые позволили в значительной степени сгладить его прохождение и последствия. Но тут надо отметить, что кризис на кризис не похож. Если кризис 2008 года был связан с финансовым пузырем, то возможный будущий кризис носит более системный характер, связан с особенностями
развития экономики. К этому времени оно уже другая экономика. Это несколько странно звучит, но вот за, условно говоря, 10 лет, которые прошли с предыдущего кризиса, мир перешел в другую стадию, экономическую стадию. И вторая проблема. До речі, стосовно кризи, невелике уточнення. У 2008 році, наскільки ми всі пам'ятаємо, він почався з кризи на ринку нерухомості. З чого може початися ця криза? Це може бути в тому числі і фінансова основа. Он-то начался, вернусь, в 2008 году он начался, видимое его начало началось с кризиса недвижимости. Но на самом деле в основе его лежали финансовые причины, которые трансформировались в те иные кризисные явления в недвижимости, которые потом плавно перешли в финансовую область и так далее. Здесь у нас в этом, в будущем кризисе мы стоим перед очень серьезным изменением технологической основы промышленного развития. Переход автомобилестроения на принципиально другие автомобили. Это связано будет с глобальной перестройкой не только автомобилестроения, а и всех сопряженных с ним отраслей промышленности. Это принципиальное изменение состава этой промышленности. Ну, для сравнения я могу сказать, что обычный вот нынешний автомобиль там бензиновым, дизельным двигателем, он там порядка 2000 запасных частей требует. А электроавтомобиль только 160. То есть автомобилестроение переживает грандиозную революцию. И, соответственно, эту же революцию должно пережить металлургия, химия, электротехника, электротехническая промышленность, электронная промышленность и многое другое. Вторая часть – это технологическая революция, связанная с применением принципиально новых технологий в области средств вычислительной техники, то, что мы называем искусственный интеллект. Это коснется не только, оно начнется с автомобилестроения, а это касается авиации, это касается судостроения, это касается всех остальных отраслей промышленности, даже самых отдаленных. Это касается медицины и производства лекарств. Это новые технологические основы тех будущих компьютеров, которые принципиально изменятся по сравнению с теми, которыми мы сейчас применяем. И вот это все завязывается в тугой технологический узел, который будет иметь большие социальные последствия. Ну, в частности, автомобильная промышленность Германии в ближайшие 5-6 лет сократится на 160 тысяч человек. То есть они будут высвобождены, потому что в производстве электроавтомобилей они не нужны. Механизация производства продолжнее. И просто нет этого производства. Ну вот, например, я просто такой пример. В электроавтомобиле нет коробки передач. И целая отрасль под автомобилестроение, которая производила эти коробки передач, она не нужна. И таких примеров можно привести очень много. И не только в автомобилестроении. Мы же не забываем, что мы стоим перед технической революцией в железнодорожном транспорте, технической революцией в морском транспорте, а за ними пойдет и авиация. И так далее, и так далее. И вот это все является той частью, которая, с одной стороны, это будет означать технологический рывок на новые отрасли промышленности, а с другой стороны, трансформация, которая будет очень болезненна, которую мы называем кризисом. Так, Юрію Борисовичу, я хотів би повернутися все-таки до форуму в Давосі. Зокрема, на цьому форумі виступав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Головною темою його промови – це був заклик до лідерів ЄС купувати американський газ на противагу російському. З вашої точки зору, лідери європейських країн дослухаються до Трампа?
Это вопрос из двух компонентов состоит. Первое. Если американский газ будет конкурентоспособен, а к этому все идет, потому что стоимость его резко снижается, в ближайшие 3-4 года будут построены газопроводы на восточное побережье Соединенных Штатов, которые будут облегчат транспортировку и, соответственно, стоимость газа в терминалы на восточном побережье. Сейчас идет усиленная постройка танкеров для перевозки этого газа, что в целом снизит его стоимость на европейском рынке. Поэтому американский газ, наряду с катарским, выступит достаточно сильным конкурентом. Это первая часть. И вторая часть, конечно, политическая. И вот здесь будут проблемы. То есть в коммерческой части там понятно. А вот здесь будут проблемы. Потому что с точки зрения европейских политиков, какая разница, от кого иметь зависимость? То ли от России, то ли от Соединенных Штатов. То есть это должна быть частью диверсификации европейского рынка. И призыв Трампа, он, мягко говоря, встречен, ну, не то что отрицательно, но прохладно, назовем это так. Потому что, ну, во-первых, пока еще американский газ дороже, хотя и снижается в стоимости. А во-вторых, за этой коммерческой частью следует политическая. И Европа, в общем-то, не очень склонна иметь политическую зависимость как с Запада, так и Востока. Она предпочитает иметь достаточно много источников газоснабжения, которые должен в ближайшее время заменить уголь. І все-таки станом на сьогодні турецький потік вже запрацював. Зараз будується північний потік, ну, найближчим часом, ймовірніше за все, його також запустять. Що це означає для світу і для України, зокрема? Ну, для України це означає потерю транспорту 15 мільярдів кубометрів газу. Больше турецький поток не будет. То есть он теоретически может быть расширен до 24 миллиардов кубометров, но этот газ просто некуда девать. Турция сокращает потребление российского газа. Она тоже не хочет висеть на одной нитке. Она предпочитает иметь несколько источников газоснабжения. На юге Европы сильную конкуренцию российскому газу составляет газ Египта и Алжира. Это одна сторона. Но 15 миллиардов кубометров мы потеряли. Это совершенно объективный факт. Что касается Северного... А наша ГТС в связи с этим, что с ней будет? Ну, чи будет она рентабельной? Чи... Нет, мы же заключили договор с Россией. Это на границе рентабельности. То есть, если даже они будут качать меньше газа, они все равно за это будут платить. Поэтому с этой точки зрения мы потерь не понесем. Мы не увеличим, но и не понесем потерь. Но тут есть обстоятельства. Вот бывший посол Хербст, американский посол, он сейчас сделал прогноз, что в ближайшие 2-2,5 года «Северный поток-2» достроен не будет. По совершенно объективным причинам таких судов у России нет. Несмотря на хвалебные заявления Путина, реально они сделать такие корабли не могут. Перестроить эти суда требуется достаточно большое время и перегнать их. Требуется много времени. И самое главное, эти суда нужны на Дальнем Востоке. Это, собственно, один корабль. Этот академик Черский. Они нужны на Дальнем Востоке, потому что там у России тоже есть обязательства перед Китаем. И они тоже не могут пренебречь этими обязательствами. Поэтому, скорее всего, ближайшие 2-2,5 года «Северный поток-2» достроен не будет. А какова будет ситуация через 2,5 года на европейском рынке, сейчас очень сложно предугадать. Скорее всего, российский газ в Европе через 2 года столкнется с очень острой конкуренцией из других источников, в том числе и норвежского газа, потому что норвежцы в Северном море открыли очередное очень большое газовое месторождение. И нефтяное, кстати. Поэтому
Мы можем констатировать, что, скорее всего, прокачка газа через Украину не увеличится или увеличится не очень значительно. Конечно, мы же не знаем, какая будет зима в 2021 году. Может быть, она будет не такой теплой, как в этом году, а будет очень холодной, и потребление газа увеличится. Поэтому сейчас это прогнозировать нельзя, но, в общем-то, на ближайшие 5 лет Украина транзитом обеспечена в минимальном масштабе, в минимальном объеме. Будет ли он больше, опять же, сказать сложно. Но можно точно констатировать, что с юга больше опасностей не будет. На форумі в Давосі також була присутня українська делегація, зокрема виступав Володимир Зеленський. Дві головні теми. Перша – це російська агресія, друга тема – це запрошення інвесторів до України. Ваша оцінка виступу президента України? Ну, насчет російської агресії нічого нового наш президент не сказав. Дуже важливо, що він об этом сказав, але це ми, в общем-то, к этому були готові і знаємо. Что касается насчет того приглашения инвесторов, то здесь, опять же, инвесторы не идут в Украину, потому что нет гарантии того, что частная собственность не будет под, ну, каким-то образом изменена. То есть, если Украина сделает судебную реформу по европейским канонам, то никаких призывов не потребуется. Тогда европейский и мировой бизнес будет инвестировать в Украину, потому что он будет уверен в судебной защите. Потому что принцип «частная собственность священна и неприкосновенна» пока в Украине в полной мере не соблюдается. А раз он не соблюдается, инвестор сюда, настоящий, с большими деньгами, не придет. Потому что деньги любят тишину и покой, в том числе и защиту со стороны судебной системы. Обеспечит украинская власть, кроме призывов, вот эту защиту инвестора и бизнеса? Да, инвесторы придут, и тогда не нужны будут никакие призывы. Но то, что мы очередной раз появились и призвали, хуже от этого не будет. Будет ли лучше? Это второй вопрос. Така невеличка деталь стосовно виступу Володимира Зеленського. Він проходив у напівпорожньому залі. В принципі, такі виступи Петра Порошенка, його попередника, також були. І на це звертали увагу багато експертів, багато пересічних громадян. Про що це говорить? Чому так? А тому що поки тільки слова. Нет дел. От якщо б з предыдущого року были бы радикальные изменения, в частности, в правоохранительной системе, например, и не только, вот, то и, как говорится, зрителей и слушателей было бы гораздо больше. А если это только слова, то деловым людям просто слова слушать нет времени. У них time is money. Время – деньги. А деньги они свое ценят очень серьезно. Поэтому вопрос в том, будут реформы и будет наполнение залов в Давосе и не только в Давосе. А не будет реформ, так вообще его никто приходить не будет. Ну, ви вважаєте, що в першу чергу має відбутися судова реформа і захист приватної власності? В першу чергу, це реформа всіх реформ. Поки не буде судової реформи, за нею йде аграрна реформа, то, що у нас називається ринок землі, но без судебной реформы никакие другие реформы не пойдут. Это давным-давно известный факт, и с этого начинались все успешные реформы, начиная там от Сингапура и других, там, Южной Кореи и других государств. Азиатских тигров, так званых. В том числе. Нет судебной защиты, нет реформ. Все остальное вторично. Будет судебная реформа, будет реформа прокуратуры и всех остальных – СБУ и всех остальных органов. Не будет судебной реформы, не будет функционировать, как положено по мировым канонам, судебная система в Украине. Ничего не будет. Это дальше одни слова.
Після форуму в Давосі президент Зеленський поїхав до Ізраїлю на форум пам'яті жертв Холокосту. Як ви оцінюєте нинішні стосунки України та Ізраїлю, на якому рівні вони знаходяться? Вони знаходяться на звичайному міжгосударственному рівні. Тобто двосторонні стосунки України і Ізраїлю вполне нормальні. Если подходить с чисто формальной точки зрения. Но нас очень беспокоит тесные отношения Израиля и России, которые формально к Украине вроде бы не относятся. Это вопрос Сирии, это вопрос Ирана и так далее. Но это вот этот вот прием, который был оказан Путину в Израиле на этом же форуме, он говорит о том, что израильское руководство во главу угла ставит свои отношения с Россией как элемент давления на Иран, ну и, соответственно, на Сирию. Это обязательно сказывается на израильско-украинских отношениях, хотя формально они к этому не относятся. И вот вообще подход израильского руководства с вот этой вот технологией на этом форуме, когда слово получили только президенты стран антигитлеровской коалиции. Це, ну, хоча зараз Радянського Союзу нема, Росія вони вважають, Франція, Британія, Соединенные Штаты. Сполучені Штати. И вот это, на мой взгляд, был, ну, удивляться этому нечего, потому что сам форум на российские деньги был устроен в значительной степени. Но, тем не менее, и вот то, что не дали выступать польскому президенту, литовскому президенту, а наш президент не принял участие в этом заседании, где выступал Путин, на мой взгляд, это был правильный дипломатический ход. Потому что участие в этом заседании неизбежно отразилось бы на украинско-польских отношениях, ну и украинско-литовских отношениях. А для нас это очень важные отношения, потому что Польша, несмотря на целый ряд сложностей в наших двухсторонних отношениях, продолжает оставаться адвокатом и проводником украинских интересов в Европейском Союзе. И вот то, что наш президент не участвовал в этом заседании, не присутствовал на речи, который произнес Путин, это положительный фактор. К отрицательным факторам следует отнести то, что не состоялась встреча Зеленского с Путиным. Видимо, Путин не захотел встречаться и не удалось обсудить вопрос обмена военнопленных. Скорее всего, наш президент поехал в Израиль именно ради этой встречи, потому что вопрос освобождение наших пленных является приоритетным в украинской политике на российском направлении. Но этого не получилось, собственно говоря, это следовало ожидать. И поэтому с самого начала было не очень понятно, какую цель преследовал наш президент, когда поехал на эту встречу. Если... Но его запросили, в первую очередь. Ну, его пригласили, так и польского президента пригласили, но он не поехал. И литовский президент не поехал. И в этом смысле ставить под угрозу наши отношения с нашими ближайшими союзниками. А страны Балтии – это наши ближайшие союзники, в том числе и в Европейском Союзе. И Польша, мне казалось, достаточно, ну, это напрягало. Надо сказать, что украинская дипломатия, наш президент достаточно хорошо вышел из довольно сложного положения, что, конечно же, вызвало серьезное недовольство в Москве, потому что они отметили, что он не присутствовал. Но, скорее всего, это послужит дальнейшему излечению от тех иллюзий, которые существовали у нашего руководства в отношении Владимира Путина, и, самое главное, возможности с ним договориться. Скорее всего, мы все больше и больше начинаем понимать, что договориться с Путиным в отношении Донбасса, по крайней мере, освобождение наших пленных на ближайшую перспективу не получится. Тем более, что сейчас Россия занята своими внутренними делами, связанными там с реформами, транзитом власти и так далее. Скорее всего, в этом смысле можно считать, что, ну, по крайней мере, не хуже. Могло быть хуже.
Але з іншого боку, меморіальний комплекс «Яд Вашем», його керівництво, висловив стурбованість і занепокоєність тим, що президент Зеленський не був присутній на форумі. Чи не відобразиться така позиція української делегації на міждержавних стосунках Ізраїлю і України? Нет, скорее всего, нет, потому что Украина не главный момент в политике Израиля. В политике Израиля доминируют три направления. Россия, Соединенные Штаты, ну, в какой-то мере Европейский Союз и Иран. И Украина, Польша и все остальные страны присутствуют постольку поскольку. И еще один фактор. В Израиле скоро выборы, а украинская... Ну, не сказать диаспора, а выходцы из Украины в Израиле – это достаточно сплоченная группа избирателей на 99% проукраинского направления, пренебречь голосами которых нынешняя и будущая израильская власть не решится. Поэтому предполагать какое-то изменение, обострение или ухудшение отношений Украины и Израиля не представляется реальным. Але все ж таки, с вашей точки зрения, чему тема Холокоста стає политическим фактором? Это Путин. Ну, тема Холокоста всегда была политическим фактором, но в последнее время она приобрела особую остроту, потому что эту остроту придает ей Москва. Это попытка на теме Холокоста, как и на теме победы, начала Второй мировой войны, пытается Путин играть в первую очередь во внутренней политике, а также как обоснование ревизии сложившихся границ, в частности, в Европе. Сейчас мы просто не будем рассматривать, но те изменения в Конституцию, которые сейчас вносятся в России, самым опасным образом могут коснуться Украины. И на это нужно смотреть открытыми глазами. Нам совершенно не безразлично, что там предполагается. И это очень важный фактор будущего развития украино-российских отношений. Причем обострение будет, скорее всего, весной и летом текущего года. Путин спешит все устроить до президентских выборов в Соединенных Штатах. Юрій Борисович, якщо можна коротко, як ви оцінюєте рівень антисемітизму в Україні? Чи є він взагалі? Ні, антисемітизм є во всьому світі. Це составна частина ксенофобії, вона є во всіх країнах. І, як сказав наш президент, і дійсно по опросам незалежних організацій, в Україні він гораздо ниже, ніж навіть в сопредельних країнах, і невозможно його сравнювати по рівню з тим, що в цьому сенсі твориться в Росії. І, несмотря на те, що Путін там виступає з громогласними заявленнями, на самом деле уровень антисемитизма в России постоянно растет. И это сказывается в том числе и на неформальных, а реальных отношениях Украины и Израиля. Не Украины, России и Израиля. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні нашим гостем був політичний оглядач Юрій Райхель. На все добре.